забирает раз превосходно. Есть хорошее преимущество для ребят из команды Антихайп. Сейчас на миду, однако, минус 3 оформляют ребята. Фас вместе с Мифом делают минус 3. И, в принципе, они находятся в преимуществе ожидающих. Они могут просто принимать по очереди своих оппонентов. Но вот здесь уже спалили храняющихся. Уже втроем заходят на этот поинт. Миф дает первый фраг. Раз сразу же его трейдит. Сейчас живых только один член команды атакующих. Минус раз. И это дефьюз. Третий раунд. Очень важный раунд. Выигран ребятами из команды обороняющихся. Сейчас Дэсбл Фэ сразу же на реакции его забирает. Сейчас простреливают. Сейши в живых остаются по одному члену игроков из каждой команды. Попытаться забирать Скупи сейчас. Райзену нужно очень аккуратно играть, но Скупи выигрывает это. Абсолютно спокойно забирает. Ребята его встретят коллективным огнем. Отлично. Сейчас их будут пушить. Но посмотрим, удастся ли на реакции забирать оппонентов. Так или иначе, это был неплохой эко-раунд, в ходе которого умирают все атакующие. Они слишком много времени потратили на то, чтобы разбираться. Луфе уже дает свой кухан. Сейчас можно забирать дека. Отлично стреляет ДСБЛФ со своего классика. Дальше пушить вряд ли будут ребята, но Ryzen минус 3 оформляет превосходно. Он, видимо, фланчит. Линкун тем временем... Наконец, сразу по миду они пойдут, но вот Ксенон уже... Ксенон очень много делает все время своей этой раскидкой, своим молотовым своеобразным. Постоянно он отправляет какие-то фраги при помощи него, и сейчас он делает даблкил. Пас, кстати говоря, видимо, не забрал девайс на миду. Сейчас ДСБЛФ забирает и Мифа на рампах. В живых остается только два члена. И сейчас ДСБЛФ выходит на А. Здесь их будут встречать пик члена команды обороняющихся, но без забирает дека. Сейчас Ксенон минус 3 оформляет опять при помощи ульпи. Отличного зажима с фантома. Ксенон выигрывает, видимо, этот раунд для своей команды окончательно. Развороте убить ДСБЛФ, но он смотрел совсем в другую сторону, и ребята с команды атакующих все еще продолжается перестрелка на миду. ДСБЛФ отличным прострелом забирает одного, сейчас может забрать второго, раз ему помогает минус четвертого, и сейчас в живых остается только один член команды атакующих. Идеальная победа, Ryzen убивает последнего члена команды аниме, и 13-6 выигрывают первую карту. Купи тем временем забирает Ксенон, но у ДСБЛФ есть трес. Пятером продолжают это ребята. ДСБЛФ очень ходит, его ловит. Дек сейчас Б, видимо, полностью под контролем. Дек минус тиммейтом. Опасно подпрыгивает сейчас ДСБЛФ. Все его оппоненты на поинт. Би здесь уже пятером, ребята. Продавливает ДСБЛФ. У него есть раскидка, но Дек выходит, забирает оппонент. Сейчас Ксенон отличный даблкил при помощи ультимейта. Оформляет пас с Линкуном. Тоже сразу же этот трейдит. В живых остаются только два члена команды Антихайп. Сейчас Бес забирает Спуки. 2 в 2 продолжается напряженный файт. Сейчас Спайк все еще под контролем атакующих. Фаст отличный пик делает из-за этой нычки. Бес продолжает. Он хочет помочь своему тиммейту, но это он сейчас 2 в 2. Можно ставить Спайк. Спайк все еще под контролем команды. Спайк, Ryzen уже успел перетянуться, и Ryzen забирает своего оппонента. Можно делать минус 2. Отлично. Ходит в команде обороняющихся, и они это делают. Минус 2. Миф с Линкуном оформляют. Продолжают они это пушить. Здесь очень невыгодная позиция у Ксенон. Возможно, по стенке сейдж команды атакующих можно было дальше идти. Рес оформляет первый фраг. Линкун делает даблкил. Отлично работают они вместе с сейдж команды обороняющихся. Вот Дримстон, а точнее Брича команды атакующих, и Ксенон под своим ультимейтом забирает дека, который против его оппонент под флешку. Он будет рваться дальше сейчас, однако он находит только сайфер команды атакующих, и это можно выигрывать ребятам из команды атакующих, но Линкун убивает его. Успеет ли он это задефьюзить, сейчас решит, победят ли ребята из команды обороняющихся в этом раунде или нет. И, видимо, он все-таки не скупи, и посмотрим, кто же выиграет этот раунд. А Спайк все еще не установлен, 20 секунд на таймере, этот Спайк нужно успеть поставить, тем более довольно далеко. Ryzen, давайте, вы, что он творит, он ресы, это дает Ryzen возможность понять, что сейчас 13-6, что, кстати говоря, с таким же счетом они проиграли первую карту. Реализовать пока что в бэклайн заходит, кстати говоря, у нас появляется Оман, и реализуется ли этот Оман, сейчас мы узнаем. Миф оформляет отличный даблкил с Гаста, в живых остается только Ресто, разыграет Мифа сейчас дек. Мифа не full хп, по нему можно дать одну тычку, и он умрет. Посмотрим, удастся ли это сделать игроку команды обороняющихся. Сейчас он может просто... Четверо членов команды обороняющихся находятся на поинте A. Посмотрим, удастся ли им вывести. Неплохо отрезают себя ребята из команды атакующих, но поднимают также себя и ребята из команды аниме. Они забирают двоих уже превосход. Все еще непонятно, кто это победит, но вот Дек пытается что-то сделать. Сейчас отличный ультимейт пошел от Ксенона. Он забирает двоих. Превосходный отыгрыш от Бримстоуна команды атакующих. Здесь и здесь их будет встречать Брич. В принципе, в полном составе ребята из команды обороняющихся в живых. Но вот Паст сейчас умирает. Она сыграет отлично. Дек убивает Ксенона. Сейчас остается в живых. Даблкил. Какие невероятные трейды происходят. В живых остается только без. У него, однако, Спайк. Он может попытаться как-нибудь фейкануть. Но вот вывести, если он делает еще один фраг, то он может забирать этот раунд для своей команды. Однако это будет очень сложно. Он пошел пушить, и это поражение.
поражение для команды. Можно было бы похилить его, но решает все-таки Сейдж, команда атакующих, похилить другого тиммейта. Тем временем Скупи отлетает, также ДСБЛФ забирает Линкуна. Сейчас в шаге от победы находятся ребята из команды Антихайп. Рез забирает Мифа, сейчас 2 в 1. Все лежит на плечах Фаста, и Ксенон делает решающий пик. Это выигранная игра и выигранный турнир ребятами из команды Антихайп. 13-3, какой разгромный счет на третьей карте они показывают. Что ж, поздравляем ребят с тем, что они забирают последнюю карту. 2-1, это очень напряженный финал. Команда Аниме тоже показала себя отлично. Но сейчас побеждают Антихайп, забирают свои, скорее всего, 11 тысяч. Следите за нами, мы скоро вернемся.